Матчи очередного тура утешительного финала за 9-16 места волейбольной высшей лиги А состоятся 26 и 27 февраля. Тюмень свои поединки проведет дома. Соперником сибиряков станет питерский «Автомобилист». В прошлом сезоне эти оппоненты между собой не встречались. Матчи состоятся в комплексе «Академия спорта». Их начало в 16:00. Команда «Тюмень-Дубль» 8-й тур высшей лиги чемпионата России по мини-футболу проведет в Ялуторовске. Резервисты главного клуба области в январе и первой половине февраля выдали серию из 5 подряд побед. Тем неожиданнее оказалось их разгромное поражение в последней игре предыдущего тура от «СИП-Транзита» из Новокузнецка 2-8. Соперниками сибиряков на домашнем паркете станут три команды – пермский «А-тур», «Глазов» и «Дубль-Ухты». Матчи состоятся в ближайшие 3 дня.